До 14,5 тысяч рублей понадобится родителям в Башкортостане, чтобы собрать ребенка в первый класс. Такую цифру приводят специалисты Башстата. Это на 9 тысяч меньше, чем в среднем по России. В эту сумму включены расходы на покупку одежды, обуви, рюкзака, канцтоваров и учебных материалов. Товары для мальчика в республике немного дешевле, примерно на 600 рублей. Разница с девочками обусловлена некоторыми предметами гардероба. Например, юбка дешевле, чем брюки, примерно на 200 рублей. Блузка же дороже, рубашки для мальчиков практически на треть. В итоге за одежду родителям придется выложить от 9800 рублей до 10400 рублей. Канцтовары будут стоить чуть дороже 4000. В Приволжском федеральном округе собрать школу первоклассника дороже всего обойдется жителям Ульяновской области, а дешевле всего в Мари-Эл. При этом одежда и канцелярские товары для мальчиков там стоят меньше. По России в среднем, чтобы купить все необходимое, первокласснику потребуется выложить почти 19 200 рублей. Первокласснице чуть более 23 500 тысяч. В целом, по сравнению с прошлым годом, набор для мальчиков стал дороже почти на 4% и на 3% для девочек.